Военно-грузинская дорога закрыта в обоих направлениях. По информации МЧС, это связано с ухудшением погоды на территории Грузии. Специалисты отмечают, что есть угроза схода лавин. Безопасность проезда машин на участке от Владикавказа до Нижнего Ларса спасатели обеспечить не могут. В результате принято решение запретить движение с 10 часов 45 минут до особого распоряжения. Кроме того, с 9 утра перекрыт Транскам – вторая перевальная дорога, соединяющая Россию с Закавказьем. Таким образом, автомобильное сообщение через Кавказский хребет на данный момент полностью прекращено. Для водителей, оказавшихся заблокированными в пунктах пропуска Верхний Ларс и Нижний Зарамак, развернули пункты обогрева. Спасатели готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Участникам движения настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении. Сотрудники МЧС постоянно мониторят Транскам и прилегающие участки на предмет возможного схода лавины. Сейчас производится мониторинг обстановки. Противолавинная служба работает по назначению. Оперативная группа ЦУКС вместе с оперативной группой гарнизона находится на месте с целью оперативного реагирования. Также работает специальная часть по оповещению водителей в радиусе сети дальнобойщиков о том, что трасса закрыта и идет снег. Thank you.